заканчиваются новогодние распродажи у Зары. Закрыто. Идем в магазин Зарина. Поступила новая коллекция уже, но вот есть распродажа. Дополнительные скидки 10% на все при оплате сервисом «Подели». Куртки. Все, что вам понравилось. 2000. Мы поделим на части. Подробности консультантов. Такая розовая на кнопочку. Такая бежевая. 2999 куртки. Такая немножко сжатая ткань. 1999. Такая балуниевая ткань. Ну, они все сейчас такие большие, как эти размеры. Ну, по моде. Только сейчас в этом году модно. Большие объемные куртки. Так, вот такую куртку возьму. Примерку. Покажу, как она сидит. Мне нравится, что ткань немножко блестит с блеском. Хорошо. И есть капюшон. Люблю я капюшоны. И она нестандартная. Вот, эти, вот это более обычная куртка. А это вот немножко другая. Попала по ширине. Сейчас мы ее померяем. Так, есть. Есть вот такие. Вот тоже 2,99. Тоже оверсайз, объемные. Но мне такой цвет не идет. Есть пальто 2,599. Вот этот ряд, он все, вот все пальто по 2,999. Ну, здесь более обычный такой фасон курток. Вот это оверсайз. Юбочки разные по 1000 рублей. Даже шорты есть. Так. Здесь все по 1000 рублей. Все вот эти. Все эти джемпера, все по 1000 рублей. Здесь вот ряд по 2000, они более удлиненные. Есть вот такие водолазочки.
по 1000. Грандиозная распродажа Зарина только сейчас. Брюки. По 800. Рубашки по 1000. Брюки. Джинсы по 1000 рублей. Много разных. Разного пошива, разного цвета. Из платья. Здесь удлиненные платья. Черное маленькое платье. Черное платье коза. Вот такая куртка. Немножко с брезентом. Есть капюшон. Да. Это хорошо. Хотелось бы другого цвета. Но почему-то другого цвета такой. Такой куртки нет. Ну что же делать? Обходитесь тем, что есть. Ну, в принципе, капюшон хороший. Но то, что черное, надо подумать. Теперь вот такая куртка. Это Зарина. Черная. Немножко с блеском. В целом она мне нравится. Сейчас зайду еще где-нибудь посмотрю. Ну и посмотрим сейчас, что нового пришло. Цвета очень приятные, нежные. Оно бежевые преимущественно. Ярких нет, чаще. Кофточка, я такой себе купила, был бы другой цвет. Оверсайз, удлиненная, сейчас как раз на зиму. Такой я не очень люблю. Такая вот стоит. Новой коллекции. Да, цвета очень приятные, нежные. Есть вот такие сумки с длинными ручками. Сумка очень легкая, удобная. Джемпер, он стоит 1999. Цвет немножко иной. Вот мне такие цвета очень нежные не идут, убивают меня. Мне синий идет, сиреневый. Ну, сиреневый тоже определенный. Так, качество очень хорошее. Есть сумочки
Сегодня для тебя дополнительная скидка 10% на все при оплате сервисом «Подели». Выбирай все, что нравится, а стоимость мы поделим на части. Подробности у консультантов. ООО «А4 технологии». Указание 128-7-64-734. Город Москва, Красивка. Есть вот такая, такой джемпер, наполовину белый, наполовину черный, необычный, и стоит он 3600. Это новая коллекция. Очень хорошие джемперы пришли, новые, удлиненные, оверсайз, по 2000. Ну вот, мне такой вырез не очень нравится, под него нужно все время закрывать горло. Ну, в общем, вот такая вот Зарина.